Всем привет, меня зовут Уэстел, и мы продолжаем проходить Человек-паук Майлз Моралес. Это уже 9-я серия нашего прохождения, и в прошлой были довольно-таки напряженные события. Мы узнали, что бродяга работает на Роксон, Финна на нас обиделась, и сейчас мы летим к Оскорку, до научного центра. Ну же, Финна! Это Финна. Оставьте сообщение, и я его когда-нибудь... Финна нам не отвечает, опа. Это, походу, бродяга. Прости меня, племянник. Я тебя обратно не пущу. Пусть Кригер и умелец поубивают друг друга. А когда пыль уляжется, снова станешь паучком. И что, мне просто прятаться тут? Я не могу решать, когда быть Человеком-пауком. Я должен остановить Финну. Нет, ты должен выжить. Я пытаюсь объяснить это, но ты не слушаешь. Если ты хочешь, чтобы я выжил, зачем сдал меня Кригеру? Я не сдавал. Ага. Так и есть. Тебя не должны были поймать. Кригер обманул меня. Ты хотел вернуться в семью. И это лучшее, что ты придумал? Я спас твою жизнь. Ты бросил меня в клетку. Чтобы защитить. Думаешь, это защита? Черт, Майлз, я не хочу потерять еще и тебя. А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недооценил. Воу. Неужели у нас будет драка с бродягой? Не спорь со мной! Нам обещали всего лишь две битвы с боссами. Не могу оставаться здесь! Тогда я сделаю то, что должен! Точнее, одно. У него тоже есть камуфляж. Технология маскировки! Надо ее снять! Я понял. Мы можем снять технологию маскировки бродяги. А в тебе! Ты боишься! Когда ты уже поймешь, что я должен защищать этот город? Когда до тебя дойдет, что мертвый ты никому не поможешь. Другой раз не сработает. Да ну. Не, ну дядя прав, я могу его понять, почему он так выступает. Так, где еще одна... Один генератор. Мне нужно отключить полностью маскировку бродяги. Или она отключена уже? Просто не понимаю. Нет, она еще есть у него. А где еще один? Ага, я понял. Ай. Короче, надо в камуфляж входить, а потом его бить ударом. Так, сейчас ждем, пока накопится, и... Где он? Черт. Ага, что на него действует? О, действует прикольно. Скорее всего, бродягу техника обеспечивает Роксон, я думаю. Пацаны, лучше бы вы ушли к Финне. Я вот отвечаю. Я не хотел с тобой драться! Никогда! Да! Нельзя дать ему исчезнуть! Так, где он? Я должен его как-то обхитрить. Ты не понимаешь, только я пытаюсь защитить тебя. А я пытаюсь защитить всех остальных. Ну,
Я должен попробовать! Убери, племянник! Не, он стал жестче. Лови, бро. Ай. Что за? У тебя свои фокусы, уродцы на свои! Твой наставник не учил тебя выбирать противников? Он учил меня ставить чувства других выше своих! Ну да, Питер Паркер такой, он красавчик. Так, нужно гаджеты, наверное, на него опять кинуть. Да хватит меня бить, бро. Короче, я проиграл, но... Прикольно было бы, если бы добавляли катсцены, когда ты проигрываешь, где противник с тобой бы общался. Как это было в Бэтмене, мне очень нравилось раньше. Твой наставник не учил тебя выбирать противника. Он учил меня ставить чувства других выше своих. Че-то какой-то он злой стал. Чувак, успокойся. Только если мы все не исправим. Только за себя! Может, потому-то я и жив! Что за... Ну, Человек-паук тоже жив, как бы. Так что, не оправдание, на самом деле. Логика труса, скорее всего. Либо приспособленца. Так. Фина не понимает, что собирается сделать! Не, ну Фина тоже не права, она поехавшая, серьезно, Майлз. Тут дядя прав. Они оба поехавшие, на самом деле. Тут Айрон прав. Чувак, лови плюху. Ну, сейчас он правильно поступает, он хочет тебя сберечь, но просто тебе это не нравится. Я уверен, ты бы тоже так делал. Не надо проделать больно. Я уже один раз проиграл, я не хочу еще раз проигрывать тебе. Давайте я лучше вот так вот ударю. Отбой. Бросаться на тех, кто тебе не по зубам. Знаешь, кто еще так делал? Не смей! Хочешь, чтобы мама и тебя похоронила? Я не позволю. Голограммы? Ого. Твои дружки из Роксона. Прикольно. Я там делаю. Тебе не угнаться. Который знает, что люди на него рассчитывают. Ты не смиришься с тем, что я Человек-паук. Я должен рисковать. Вот именно. Я больше не дам твои оценки, подыграю героям. Тихо. Эй. В смысле, кто я? Я твой племянник. Ай. Еще непонятно, где он находится. Здесь куча голограмм. Тихо. Надо жить. Как и ты. Так, у меня готов Веном Панч. Надо бить по нему. Где он находится, кстати? Скорее всего, именно он пуляет, настоящий. Вон он. Ну что, ты ко мне идешь?
Конечно, на высоком уровне сложности битва с боссами нормально ощущается, то есть сами боссы легкие, а вот то, как они бьют тебя, насколько это сильно, это сложно, потому что хп крайне не хватает. Вау. Так, это настоящий лобродяга точно. Ты не смиришься с тем, что я человек-паук. Я должен рисковать. Вот именно. Я больше не дам своим родным киснуть и краю героя. Моя техника не сравнится с моей. И как далеко ты зайдешь? Пожертвуешь жизнью ради какой-то маски? Да. Так надо. Прошу тебя, не лезь в это! Ты важнее! Я сделаю то, что должен, как и ты! Так, у тебя свои голодроны, у меня мои тогда будут. Сори, чувак. Но я тебя найду. Он, скорее всего, находится где-то. Я не хотел с тобой драться! Никогда! Так, я вроде же вырубал их все. Не помешало тебе врать мне, манипулировать мной, драться со мной. Просто семьей быть недостаточно. Все может быть иначе. Зачем нам ненавидеть друг друга? Так было со мной и твоим отцом. И я больше не хочу. И я тоже. Но я не могу стать таким, как ты хочешь. Не могу отвернуться, когда нужен людям. Должен быть хорошим человеком. Что ж, довольно-таки прикольная была битва с боссом. Понятное дело, что она не супер масштабная была там и красивая, но семейная драма и все это показывает нам, насколько же Майлз горит идеей быть героем и насколько же его дядя все-таки антигерой. Ну уже, Фина. Это Фина. Оставьте сообщение, и я его когда-нибудь послушаю. Это Майлз. Я в курсе, что ты знать меня не желаешь, но выслушай, пожалуйста. Кригер изменил характеристики реактора. Если поместить туда нестабильный нуформ... Длина сообщения превысила допустимый предел. Повесьте трубку и... О, перезвоню ей потом. Ай. Так, ну... А, мы уже можем добраться до Аскорпа. Давайте именно этим и займемся. Мне кажется, что уже финал близится, потому что история развивается очень быстро. Меня только что похитил дядя. Посадил под замок. Чего? Ты... В порядке, чел? Мы подрались, а потом я сказал, что не хочу его знать. Совсем. Какая жесть. Это нелегко тебе пришлось. Но это нужно было сделать. Я лечу в научный центр. Звони, если в Гарлеме будут проблемы. Да. Удачи, человек-паук. Вот у Питера все просто. Его тетя не может просто взять и поместить его в такую штуку. А, все, это финальный эпизод. Это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способности перед финальным эпизодом. Слушайте, игра-то короткая получается у нас. Конечно, сейчас будем начинать, господи. Я сейчас зря прокачивался. Музей закрыли на реконструкцию, и подполье решило занять его. Фина наверняка внутри. Так вот, это вот последняя новая локация. А я думал, что ж это такое?
Ну, по классике будем устранять снайперов, конечно же, сначала, потому что они очень сильно мешают мне по стелсу выполнять, по моему нелюбимому стелсу. Потому что я слишком много играл в Batman Arkham, и я уже устал от него. До свидания. Сейчас мы твоего друга тоже устраним. Так, бро, давай-ка. Давай сделаем так, ладно, как хочешь. Они еще прыгают. Неплохая локация, кстати, мне нравится, как смотрится этот научный центр Оскорб. Так, вот два противника, получается, у нас стоят. Интересно, один видит другого или нет? Я в порядке. Все нормально. Так, им видно. Как же их устранить? Или отойди, или перестань кашлять. Нам сейчас не до этого. Ладно, пофиг. Все-таки у нас это финальный замес, мы должны по стелсу это все делать. Получается, девятая серия у нас будет финальной серией. Ну, пресса была права, что игра короткая, она гораздо короче, чем оригинал ощущается. И бит с боссами получается здесь всего две. Ну, еще и в побочке одна бит, полубитва есть. Кстати, я забыл улучшить навык. Так, камуфляж. Давайте вот этот. И мы еще можем... И еще мы можем гаджеты улучшить. Давайте гравиколодец, потому что я его часто использую. Ух ты, прикольно, еще обезоруживает врагов. Надо будет пройти потом все побочки и изучить все гаджеты. Я этим займусь, наверное, после прохождения уже. Но, скорее всего, это будет не на камеру, я это буду делать для просто ролика. Обзорного и для всего остального, что я запланировал для вас. По Майлзу будет еще довольно-таки много контента, я его буду мешать с другими роликами по Человеку-пауку. И не по Человеку-пауку, кстати. Отлично, я проиграл. Заговорился с вами. А потом вы мне говорите, что я... Слишком мало говорю и много играю, не комментирую. Ну, конечно, а вот такое будет происходить, если я буду много говорить. Кстати, противников, мне кажется, стало меньше. И еще прошу заметить, что загрузки на PS4, они быстрые все равно. То есть, я не скажу, что... Они даже быстрее, чем в оригинале, мне кажется. Так, то нам придется опять устранять чуваков. Так. К тому можно подлететь или нет? Синяк будет, они все кости себе переломали, чувак. Не смеши. Так. Ну конечно, мы же Человек-паук. Спайдермен. С пауками шутки плохи. Кстати, есть ли тут еще противники или нет? Так, я вижу этого чувака. Тут, наверное, можно лиса на него скинуть. Так, где еще у нас? Вон попрыгунчики всякие. О, кстати, здесь что-то для паутины электрическое. Видимо, мы будем пытаться войти туда и что-то сейчас будем активировать с помощью этих штук. Какая-то будет головоломка. Раз, два, три человека. Ну же, Серж! Проверьте! Серж! Серж, доложи. Если он узнает,
Такой враг мне ни к чему. Они такие милые, как доспех. Прикольно, что они боятся настоящего Человека-паука, но этого не воспринимают вообще всерьез. Это забавно. То есть, по сути, Майлз-то не менее сильный, чем Паркер. Но Паркер, наверное, вывозит из-за своего опыта, из-за того, что он и гаджетов много сделал, и вообще он четкий чувак, а Майлз имеет много способностей. Так, здесь давайте поместим мину. Что это было? Вот здесь нужно будет сюда перейти сейчас, чтобы они умерли. До свидания. До свидания. Так, осталось всего два противника, по-моему. Ой, нет, меня тут нет. Ладно, я есть. Давайте драться, что сказать. Тихо. Вот так вот просто возьмем. Так, последний враг остался. А, нет, не последний. Мне кажется, если не по стелсу работать, то потом врагов еще больше становится. То есть, если бы я по стелсу зачистил, их бы не было потом. Мы получили какую-то ачивку, видимо, за комбинацию ударов. Посмотрим, что у них тут за охрана. Такой же барьер, как в кинотеатре G. Нужно опустошить генераторы. Ну, понятно. Тех бытов, которые заперты и обесточены. Нужен новый источник питания. Ага, так сойдет. Не достану. Нет, так не совпадает. А куда? Ладно, давайте думать. Ну вот генератор, по крайней мере, я так понимаю. Как открыть? Давайте изучим всю локацию, пожалуй. Ну я понял, мы сможем открыть эти генераторы, точнее их уничтожить, когда подключим сюда электричество, но как бы это сделать? Как бы нам это устроить? Так, это мы соединили. Почему не могу сюда присоединить? Ладно, может, а сюда нужно с этим? Нет. А с чем?
Но хоть это с этим могу соединить? Это могу. Вот так. Так, ясно. Все, все теперь стало понятно. И проводящая. Отлично. Есть один. Отлично. Так. Я понял, нужно было просто правильно поместить их. Теперь все нормально. Это должно сработать. А этот к этому подсоединится? Все просто оказалось, гораздо проще, чем я думал. Ну, головоломки, конечно, для дошколят, но... Но это игра про Человека-паука, чуваки. Это не Бэтмен. Я шучу, конечно, Человек-паук топ. Я, наоборот, хочу, чтобы здесь были более тяжелые головоломки. Но это я уже совмещал. Ну все, получается, надо все открыл. Все генераторы. А тут нету, что лево? Только здесь? Ну что, погнали? Получается, я все сделал. Супер. Сейчас сломаю игрушечку в подполье. Чувак, сейчас будет финал. Фина, так. Ты здесь? Ух ты, прикольно смотрится, кстати. Победа на научном конкурсе. Наш преобразователь на выставке. Мы так гордились. Тайник подполья. Наверху. Фина! Слушай, давай со всем разберемся. Ты и я. Она наверняка у нашего проекта. Дальше в зале. Капуша, хочу посмотреть на наш проект, пока мы еще молоды. Так, это, я так понимаю, флешбэк, потому что Майлз моложе. Ладно, я иду. Но я не понимаю, это та же самая локация проект? Или нет? Просто в оригинале этого научного центра не было. То есть, видимо, его добавили сейчас здесь и вписали в канон. Сегодня по-другому было никак. Центр Аскорпа. Завтра, возможно, Нобелевская премия. Середины 20 века ученые. Вот это я назову Говард. А ты назови эту. Левиафан. Шикарно! Этот водолазный костюм один из первых, разработан в начале 18 века. Первый водолазный костюм защиты. Я помню, Майлза Моралеса именно таким. Ты думаешь, можно примерить? Очень хочу взглянуть, как ты будешь ходить. Его, конечно, немножко сейчас поменяли. Так, хуже, чем ты в тех туфлях на весеннем балу. Так, а где Фина? У твоих каблуки были еще выше.
Так, вот она. Или это не она? Давайте посмотрим, что это такое. У вас есть билеты на временную выставку? Оу, наш проект на выставке? Нам не нужны билеты. Нужны, и билетов уже нет. Не могу пропустить вас. Все равно спасибо. Облом. Нормальные герои всегда идут в обход. Она сказала, билетов нет. Ага, но видишь там дверь? За ней коридор как... Заперто. Я узнаю этот замок. Если на него посветишь, он откроется. В телефонах есть фонарики. Но их свет туда не достанет. Надо просто просунуть под дверь что-нибудь отражающее. Отражатель. Хорошо бы такое, чтобы включался и отключался. Но ведь имя так он найти. Если форму меняет. Ты смотри, умных слов нахватался. Замолкай. Слава богу, есть подсказки. И достаточно тонкая, чтобы пролезла под дверь и повернулась там. Ну все, вот отличная штука. У двери был стенд с металлами. Сплав с памятью. Я могу изменить форму в музейном приложении. Ничего себе! Думаешь, это метаматерия? Похоже. Интересно, они применили фанонный спектр? Есть! Бери. Только незаметно. Угу. Есть. Пошли. О, извини. Опа. Все нормально. Добрый день, молодой человек. Надо что-то зеркальное. Что вы тут делаете, молодой? Интерфейс внешних устройств взаимодействует с компьютером командного модуля. Мы можем сделать то же самое, но с нейроинтерфейсом. Давайте посмотрим на Паркера поближе. Центральное питание не потянет. А что если запитать всю сеть сразу? С нескольких точек входа? Думаешь, получится? Если будет много времени и кофе, уверен. Кофе я обеспечу. Молодец, Пит. Без тебя я не справился. Кажется, пора в лабораторию. Обеденный перерыв закончился. А, док, я жутко извиняюсь, но после обеда мне надо уйти. Экстренный случай. Опять? Питер, у тебя что-то серьезное? Может, дома? Мне ты можешь все рассказать. Все нормально, но... Извините, что опять сбегаю. Ничего страшного. Работа никуда не убежит. Спасибо, док. Здесь он, конечно, менее проработан, чем в ремастере, но это же побочный герой. Он всего лишь в одной сцене появляется, я так понимаю, кроме того, что мы видели в самом начале игры. Но выглядит он приятно, знаете, не скажу, что он там противный, что лицо некрасивое и всякое такое. И он не похож на Тома Холланда. Он здесь похож именно на актера, который и был базой для модели игры. Кстати, интересно... Ладно, не будем этим заниматься сейчас, наверное. Так, вот доктор Октавиус, с ним можно поговорить? Норман любит выставлять на показ свое имя. Надо найти стенд по энергетике. По всей видимости, нет. В запертой двери был стенд по солнечной энергии. Смотри, солнечные зеркала с клейкой стороной. Самое то, чтобы обмануть световой замок. Отлично. Бери. Прицеплю наклейку на металл. Идем. Я посвечу. Скажи, когда наклейка будет направлена на сенсор, и я включу свет. Пока на нас никто не смотрит, надо спешить. Опять головоломка. Нет, небольшая. Не совсем. А, можно же поворачивать. Наклейка должна быть там, где она будет светить на замок.
Так он не светится. Так он тоже не светится. Вот я наконец-то додумался, как это сделать. Это было шикарно. Мне будет не хватать наших приключений. О чем это ты? Здрасте. Ты со следующей недели учишься Visions, а я нет. Я никуда не денусь с этой планеты. Будем тусить вместе. Ты будешь занят. Не настолько занят. Я найду для нас время. Серьезно? Ладно. Я сейчас разрыдаюсь. Ну все, погнали наверх. Ничего такого не будет, вы будете драться. Совсем скоро, привет, скорее вам. Всего. Привет, Майлз. Привет, мистер Дэвис. Привет от Фины. Веселитесь, ребята. Не забудьте сфотографировать свой проект. А, да подумаешь. Еще как подумаешь. Ладно, ладно, давай сфоткаемся. Люблю тебя, пока. Мы на месте. Наш проект в конце. Думаешь, наш конвертер уже подключен? А иначе какой смысл? Только надо биомассу подавать. Может, мусор подключить? По-моему, мы его видели, такой проект. В капсуле времени. Вы только поглядите. Это же ученые, отмеченные наградами. Нам не сказали, что мы на особой экспозиции. Билеты нужны. А ты как прошел? Я купил билет. А как вы прошли? Это не важно. Встаньте поближе. Сделаю фотку. Давай ты в кадр. Ты же нам помогал с проектом. Да-да, ладно-ладно. Подвинься. Вот так. Скажи аллели. Ну нет, не скажу. Фина, ты должна знать, я не желаю тебя слушать. Очередной чувак с молотом Тора? Ну окей. Я должен сказать ей, что случится с реактором. Не, ну на самом деле как-то странно, она не хочет его слушать, но ты мог ее просто взять, быстро выкрикнуть и все. У нас реальные проблемы. Бам. Игру реально пройти за один день. Это я растянул, потому что проходил побочки, всякое такое, изучал механики, но если просто по сюжету идти, можно очень-очень быстро пройти. Для кого-то это будет минусом, мне кажется. Так, я немножко здоровье свое восстановлю, наверное. У меня камуфляж включен. Надо его найти! Ай. Вот тебе сюрприз! Так, он один остался или их двое? Я не могу. Один? Сейчас я пацанов вызову своих. Пацаны, помогите победить этого. Этого громилу. Он прям сильный такой. Ну вот и все, все, чего ты стоишь. Мой любимый музей! Вау, их тут много? Я так понимаю. Это было ожидаемо на самом деле. Сейчас будем защищать толпу врагов. Ты один, тебе с нами не справиться!
Ай. Сейчас мы по-тихому их устраним. Вот замечаем, жесткие противники на самом деле. Только что пришли подпольные. А еще я видел танк Роксона. Все выезды из Гарлема перекрыты. Так, еще и Роксон здесь. Рядом с твоей квартирой. Мы ищем убежище. Идите в магазин Тео. Я скоро буду там. Мы постараемся спрятать людей, пока можем. Закончи с ними, прежде чем вернусь в Гарлем. Тихо. Ты меня не найдешь. Руки есть? Лови! Что происходит? Что происходит? Я в камуфляже. Тихо, 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 тихо. Одно хп всего лишь осталось. Так, у меня есть какой-нибудь гаджет. Какая паутина? Постоянно забываю про паутину при игре про Майлза. Когда я играл за Питера, я всегда ее использовал. Здесь же из-за его био-удара вообще забываю, что он имеет такую способность. Так, есть еще кто-нибудь или нет? Есть, конечно. Какую революцию, чувак? Я уже победил демонов, я уже победил Фиска, победил Октавиуса, зловещую шестерку, бродягу. Я что, вас смогу победить, что ли? Так. Где еще противники? А вон. Что вас много, чуваки, реально. Неужели вместо нормальной битвы с боссами нас ждет просто зачистка кучи противников? Локация, конечно, крутая, но... Почему вы сами от своей же бомбы не страдаете? Надеюсь, что это последняя волна, потому что я уже немножко, если честно, устал. Ай. Тихо. Чуваки, я не хочу умирать. А вот никак, чуваки, просто дайте мне вас победить и все. Отстаньте от меня. Я уже проиграл. Найди его!
Ясно. Нормально. Бывает. Я надеюсь, что сейф мой сохранился по миссии, и мне не придется заново его проходить, потому что это было бы просто фиаско. Так, слава богу, мы продолжаем с того же самого момента, и у меня сохранился весь мой процесс, потому что мне не кажется, было бы заново все эти головоломки решать и всякое такое. И вроде бы мы продолжаем с того же места, где и закончили, то есть мы будем защищать не полную волну противников, а вот только те, которые здесь. Разбили ему щит. Надеюсь, мы сейчас его просто в рукопашечку чисто раз на раз. На кулачках. Как... добраться до Гарлема, пока Фина не разрушила реактор. А, то есть нужно будет сейчас в Гарлем лететь снова? Ганке, ответь! Как идет эвакуация? Так, а что это значит? А, я понял. Короче, на PlayStation 4, видите, есть небольшие подзагрузки. То есть, ощущается все как и на PlayStation 5. Как будто игра быстро все загружает. На самом деле она загружает лишь какой-то участок карты, а потом его подгружает во время того, как вы летите на паутине. И сейчас зависла игра именно вот из-за этого. Из-за того, что подгружала. Неужели Фина будет нападать на близких Майлза? Она что, с ума сошла, что ли? Не, мне кажется, она реально поехавшая, потому что, ну, это жестко. Но мне кажется, вон мы летим к башне Роксан, скорее всего, там и будет происходить финал, я уверен. И будет связано с реактором, потому что не зря он там стоит. Хотя, ну это очевидно, да. Мы же это и обсуждали. Ганке, слышишь меня? Ганке! Держитесь. Я иду. Ничего, паучок, мы все сделаем. Ух ты, тут прям туман. Прикольно, что мы деремся и с теми, и с теми. То есть Майлз на чьей стороне не состоит. Он дерется и с подпольем, и с Роксоном. Ай. Не стрелять, не стрелять! До свидания. Но если не остановить бои, то это ненадолго. Так, кто у нас еще остался? Инографон топ. Прикольно, что драка происходит прямо на улице города, что настолько большие разрушения происходят. Понятное дело, что это только Гарлем, но все равно напоминает финал первой игры, где тоже в городе происходили беспорядки. Так, DualShock разряжен, мне не нравится это сообщение.
держимся. Так, братишки-паучишки, помогайте. Мины, помогайте. Ай. До свидания. Один остался, что ли? Не так много. Так ты просто упадешь вниз, мне кажется. Вообще никаких гаджетов нету. О, мы на крышах пира деремся, прикольно. Ай. Куда на землю? Мы с тобой на крыше деремся. А ты еще не умерла? Я тебе помогу. Не, ну это эпично, конечно, все равно смотрится. Интересно, почему связь пропадает из-за тумана? Спайдермен, смотрите. Смотрит на нас Питер Паркер, поддерживает морально. Надо разобраться с Роксоном и подпольем, зачистить улицы. Ползня по стенам, ужас просто. Окей. Опс. Еще подходит. Ну все, на полную мощь. До свидания, бро. Их слишком много. Походу, вся группировки. Обе группировки здесь. Так, идем на землю. Есть мина. Ну, в принципе, они не такие, что и сложные. То есть на улице гораздо легче драться, чем в помещении с ними. Поскольку можно всегда улететь. О, я слишком рано, походу, это сказал, потому что здесь просто миллиард громил. И танк. Так. Тихо. Бамс. Бамс. Всем отрядом на 4-ю авеню. Конечно, райончик они подразгромили нормально так. Надо остановить их здесь. Долго до танки повезли. Он же был прямо тут. Просто хаос. Да, Майлз, а ты что думал? Куда они взялись? Нет, 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 нет. Нет. Так, ну это последняя, получается, наша драка. Давайте сразу с танков пушки уберем. Потому что... они стреляют больно. Надо остановить их здесь.
хаос! Куда они взялись? Нет! Нет, 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 нет! Сложно, когда они блокируют твои способности, и ты не можешь себя вылечить. Так, чуваки, я в метро, до свидания. А можно, интересно, или нет? Я спрятался, короче, я буду тут лечиться. Не надо? Осталось два громила и вот этот чувак. Тихо. Так, одного убили. Все. Готово. Ганки! Ганки, ну где ты? Выбраться сможете? Кто там? Кто это там? Эй! Эй! Слушайте! Нужно выбираться отсюда! Я не смогу вынести вас всех! Что за... Пошла жаришка. Она уже начала. Не только Роксон Плазу, ты испаришь весь Гарлем. Я не дам тебе снова меня обмануть. Ты опоздал. Я вам говорю, она поехавшая. Все, девочки больше нет. Теперь это умелец. Она поехавшая, реально поехавшая. Причем тут база? Легче убить просто Кригера, если что ты паришь мозг всем. Гарлему, конец! Кто это сказал? Кригер? Я все просчитала! Почему ты мне не веришь? Кригер не мог переделать реактор! Мозгов бы не хватило! Хватит!
Надо все остановить! А вдруг ее брат все-таки жив? И стал каким-нибудь злодеем еще одним. И переделал реактор. Для моей подруги Фины безопасность людей всегда была важнее мести. Это одно и то же! Ай. Фина, ты больная? Ты жесткая, сложная? Уклоняйся! Хватит! Я уклоняюсь. Спасибо за подсказку. Так, они умеете, да, походу? Она слушай, вот именно им орудует. Я говорю тебе правду! Надо накопить способность, наверное. И почему я камуфляж не тебя, получается накопить у меня? Если бы я мог тебя носить, не можешь! Тебе нечего тут делать. И ты тоже станешь ничем, Человек-паук! Тебя используют и выбросят! Я в это не верю! Короче, она уже поехала полностью. Она называет даже друга Человеком-пауком, а не Майлзом и всякое такое. То есть она видит в нем врага, а не своего там товарища, брата, как она говорила. Я тебя найду, Майл. Слушай, как ты меня задрала, а? Ты был единственным, кто был мне нужен! Я с тобой, Фина! Мы знаем все, до сих пор мы можем закрыть Роксон! Не получится! Всем плевать! Так думаешь, почему Роксон выбрал Карлем? Мы ничто! Это неправда! Роксон ошиблись! Это станет правдой из-за Триггера! Ты не сможешь прятаться вечно, Майя! Ты это чувствуешь? Нужно остановить реактор! Я тебя жалеть не буду, Майлз! И ты... О, королевская битва! Обожу! Я только хотел сказать вам одну вещь, чтобы вы не волновались. Нам плевать, если здание взорвется. Даже если весь Гарлем взорвется. Вы что, не понимаете, что у нас есть страховка? Какая там... Не голограмма, что ли, что они поняли? Скоро будет Роксон-Сити. Всего вам. Не, ну Криггер, конечно, с ума сошел. Но не тоже. Но он хотя бы имеет цель, она просто поехавшая. Она мстит, она не понимает, что она делает. Короче, там нормальный чувак, это Майлз Моралес. И дядька его. Рику, но он был против всего. Не смей, я знаю, ты чувствуешь ударные волны. Помоги мне! Хочешь правду? Вот она! Рик бы расстроился, узнав, что ты стала умельцем. Заткнись! Рик был дорог и тебе! Почему ты защищаешь его убийцу? Не защищаю, но я не дам тебе пожертвовать Гарлемом ради мести! Я и не собираюсь! Но жертвуешь, сама не понимая! На самом деле, очень напряженный момент. Битва двух друзей. У тебя была возможность уйти! Не заставляй убивать тебя! Ты проиграл! Почему ты борешься? Я... Человек-паук! Че, конечно, для мурашек было. Она все жестче и жестче становится, Фина. Я тоже не могу по ней его поймать.
что там тебя еще бить, а? Когда ты сдохнешь? Не останавливаться. Своими колесами какими-то. Стой на месте! Ты стой на месте, я буду просто бить. Ай! Я не хочу умирать. Сейчас стоят на месте! Они такие быстрые! Так, за уклонение тоже даются хп, я так понимаю. Ай! Так, все нормально. Нормалды. Финн, отстань. Отстань от меня по-братски. Я же был тебе как друг. Я же был тебе как брат. Сколько можно тебя реально бить уже, а? Все кончено, Майлз! Да что кончено, я сейчас тебя выиграю. Не, драка, конечно, эпичная, с Тинкерером. Мне нравится. Такая сцена? Надоело слушать! Ты не начинала! Вот, я согласен с тобой. Не понимаю, у нас будет третья волна этих колес, и все, мы уже ее убьем. Ну да. Как-то очень грустно, на самом деле. Самый эпизод из первого трейлера. Еще чуть-чуть. Надо поспешить. Скоро рванет. Очень скоро. Майлз.
Нет, Финн, отойди от него. Он сейчас взорвется. Финна. Уведи их подальше. Я так долго не продержусь. Парень, беги. Мы ими займемся. Вы видели лицо? Молодец, Человек-паук. Спасибо. Кто он такой? Этот парень? Он наш Человек-паук. Просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. Я просто... вас закопаю! Слышите? Все так, друзья. Саймон Крикер в тюрьме. Айрон Дэвис, он же бродяга, сдал его и Роксон. Дэвиса посадят, но, может, не на весь срок. Думаю, из этой ситуации мы все вынесем важный урок. Вместе мы сильнее. И здорово, если у тебя по соседству живет Человек-паук. Норм. Еще увидимся. Блин, ну какой же у тебя костюм? Просто шик. Да, я такой. Ага, да. Пит, нам когда-нибудь станет проще? Что-то, да. А что-то проще уже не будет. Для Роксона мы все были лишь расходным материалом. Я, Рик, Финна, весь Гарлем. Думаю, наша задача не оставлять подобное безнаказанным. Включим это в клятву паука.
начнем? Погнали. Бандитской группировки, известной как «Подполье». И пока корпорация «Роскон» тонет в лавине судебных исков, недавно избранный член городского совета Рио Моралес обратилась к СМИ с просьбой привлечь общественность к сбору фондов для помощи. Показатели в норме, кровообращение тоже, мозговая активность в порядке. Он там слишком давно. Мистер Роскон, я понимаю, он ваш сын, но вы его болезнь... Его. Возможно, мы недооцениваем потенциальные риски. Я сказал! Вытащи его! Прощай, Финн. Ну что ж, игра получилась довольно-таки сильной. Финал очень напряженный, мне нужно его переварить, чтобы проанализировать. Занята? Не особенно. А что? Вышел из церкви Троицы. Думал про Фину. И... Поделись со мной. Она спасла меня. Тебя. Всех. Но ведь именно она все это и устроила. Впрочем, после того, что случилось с Риком, кажется, я ее понимаю. Люди могут запутаться. Как твой дядя Арт. Он помог посадить Кригера, вывести людей из Гарлема. Но каждый раз, когда я смотрю на него, я вспоминаю, как больно было твоему маме. Да. Не надо судить Финиса. Она сама сделала свой. Просто помни, кем она была и за что ты ее любил. Ты всегда найдешь слова. Это моя работа. Звони, если будешь. Хорошо? Да. Люблю тебя. Так вот, игра получилась очень крутой именно в плане геймплея и сюжета. Понятное дело, что она гораздо меньше, чем первая часть, и менее масштабная, но все равно это очень хорошая игра, которую стоит каждому фанату Человека-паука пройти. Даже если вам не нравится сам Майлз Моралес, я думаю, после этого вы его полюбите. Ждите. Привет. Полноценный обзор. Я тут разгребаю. Ой, жуть. Завалы после своего недолгого отсутствия. Минуты покоя для пауков. Ага. Кстати, об этом. Не бойся, я вовсе не собираюсь тебя постоянно пасти. Я тебе доверяю. К тому же у меня есть кое-какие другие дела. Типа, могу помочь. Хочу найти работу. Что-то более постоянное, чем в Бьюкле. Хотя там было здорово. Ты не думал преподавать? У тебя получается. Да, пожалуй. Нет. Нет. Наверное. Я подумаю. До связи. Может, Питер будет преподом в универе? Короче, я не могу закончить серию из-за того, что они говорят постоянно. Наверное, давайте я остановлю, потому что это все уже лишние диалоги, точнее, не самые важные. Так вот, игра получилась крутой. Ждите полноценный обзор. Насчет сцены после титров я делал отдельный ролик, так что вы можете его посмотреть. Там я разобрал, что же все-таки показали, что будет, появится ли Веном. И рассказал примерно, что может произойти во второй части. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели меня все эти, получается, 9 серий. Я надеюсь, что вам понравилось прохождение.